Друзья, привет! Часто задают мне вопрос, есть ли фильтр в коробке 6F15. Как видите, он есть. Он стоит в передней пластине масляного насоса. Снимается он довольно легко. Снимаем. Короче, вот так он достается. Вот. Вот фильтр внутри. Какой-то войлочный наполнитель. Магнитик. Менять его, не менять, решать каждому. Достаточно, я думаю, помыть магнит и сам фильтр. Все. Пользуйтесь.